Здарова, дорогие друзья, с вами Касида Юрич Топкин, и прямо сейчас вместе с вами мы снова находимся на проекте Black Russia. Друзья, это мобильная GTA, в которую вы можете поиграть вместе со мной со своего телефона. Для этого нужно просто перейти в описание под мой ролик. Там ты найдешь две ссылки, одна ведет на Google Play, другая на Apple Store, и в зависимости от того, какой у тебя телефон, ты можешь скачать игру себе на устройство. После того, как ты это сделаешь, перед тобой откроется довольно-таки большой выбор из большого количества серверов. Я играю лично на 24-м сервере, который называется Санкт-Петербург, и приглашаю тебя поиграть вместе со мной. Бонусами, ребята, тебе будут то, что большинство промокодов, которые я тебе покажу, будут там железобетонно работать. А это значит, что ты получишь очень много крутых тачек на халяву, випок, в общем-то, скинов и других приколюшек. А также, ребята, здесь есть моя семья Best Guys, которая, в общем-то, от тебя требует только просто участия. Поэтому просто кайфуй, играй, входи в состав и катайся на крутых тачках. Напомню, что у нас, ребята, уже есть все тачки из новенького Black Pass. А также, ребята, непосредственно Bugatti, черная Bugatti, которая стоит целый миллиард. Поэтому, дружище, если тебе это интересно, номер дома 3105. Абсолютно любой участник семьи может тебя принять в ряды. Все совершенно бесплатно. И даже ранги выдаю я тоже бесплатно, в зависимости от того, какой у вас уровень в игре. Поэтому действуйте. Максимально комфортный старт вместе со мной вам гарантируется. Что ж, ребята, вот как быстро летит время, уже буквально еще чуть-чуть, и придется выходить на работку, кому-то на учебу и так далее, и так далее. Кстати, напиши в комментариях, как, в общем-то, у тебя с этим делом дела обстоят, когда уже учеба начинается, либо же работа. В общем-то, напомню, что у меня для тебя проходит конкурс на 3000 блэккоинов для всех своих подписчиков. Для этого нужно сделать три простых действия. Первое — это подписаться на мой канал с колокольчиком и включить все уведомления. Второе действие, ребята, — это поставить лайк под этот ролик. И третье — написать хэштег «участвуй» или же просто «участвуй», свой ник и непосредственно на сервере, где ты играешь. Плюс вот ответь на вопрос, который я задал в начале. В общем-то, ребята, рандомайзер решит, кто у нас сегодня победитель. Если ты выполнил все действия, то получишь свои призы без разницы, на каком серваке играешь. Поэтому, как говорится, испытай удачу, чем черт не шутит. Желаю тебе, как говорится, стать победителем. У нас довольно-таки большое количество промокодов, ребята, есть на проекте. Все самые свежие промокоды, которые недавно выходили, ты найдешь в закрепе, либо же в моем телеграм-чатике для общения. Ссылочка на него также есть, ребята, в описании. Поэтому, если нужно что-то свежее, залетай туда, тебе там подскажут. А я расскажу тебе про промокоды, которые уже хоть и старенькие, хотя некоторые из них и очень даже свежие, но тем не менее они рабочие. Итак, ребята, для того, чтобы вводить промокоды, нажмите на чат и введите команду slash promo. После того, как вы это сделаете, нажмите на первый пункт «Активировать промокод». И первый промокод, который я дам, называется хэштег Топкин. Это мой личный промокод, ребята, ютуберский, который работает на всех серверах. Вы можете ютуберский промокод ввести сразу, как только появитесь. И, ребята, напомню, что отыграв 1 час после того, как вы ведете промокод хэштег Топкин, вы получите заряженный 65 гелик AMG. Вы также, ребята, получите крутой скин Джеймс Бонда, маску тролля, аксессуар на голову и, ребята, VIP Gold аккаунт на 12 часов. Щедрое предложение. На новых серверах, ребята, прям вообще колондайк, потому что там промокодов мало. И я думаю, что тебе он, конечно же, поможет для развития. Что ж, поехали дальше. По промокоду, ребята, хэштег Lone23 можно получить VIP платину на 6 часов. 2 скина, ребят. Что ж, довольно-таки неплохое, как говорится, предложение, поэтому забирай. По промокоду хэштег Скуби можно получить Volkswagen Station на 6 часов. Хорошая машина для новичка, в принципе, со своей задачей справиться налегке. По промокоду ВКБР можно получить BMW Z4 и скин разработчика на 58 часов за 30 тысяч рублей донат. Это, в принципе, самый дорогой скин, который есть у нас на проекте. Можешь его забрать, в принципе, почему бы и нет, и по времени хорошо, и, в принципе, вот такой прикольный скин, как ты видишь. Ну и вот что, ребята, если вы хотите на голову аксессуар, допустим, есть промокод FIR и Freddy. Оба промокода дают маски, которые можно надеть на голову. И, ребята, первая маска тыквы, вторая маска дьявола. На 108 часов дается каждая. В принципе, очень даже неплохо. Я знаю, что многие любят гонять на быстрых тачках, ребята. Напомню, что у меня карпак именно из таких машин в семье. То есть у меня более 50 машин SP+. Даже черная Bugatti есть за 1 миллиард. Поэтому, если хочешь быстрые тачки, можешь как минимум вступить в фаму. А если нужны тачки по промокодам, то, допустим, ребята, по промокоду хэштег BlackMM можно получить 5 дорогущих тачек, типа как Bentley, Bugatti, Ferrari Pista, Gelic и также, ребята, Rolls. Довольно-таки дорогие лакшери такие машины для того, чтобы выделиться из толпы, прям очень хорошо. Правда, по времени там дается только на 2-3 часа. Поэтому успей покататься на всех, машины действительно крутые. По промокоду, ребята, хэштег Матис можно получить Матиску Део на 3 часа. Может быть, машина не самая быстрая, но со своей задачей справляется на отлично. Хороший транспорт.
По промокоду, ребята, хэштег Shark, можно, ребята, получить заряженную акулу. Довольно-таки хорошая машина, Mercedes GT63S, для того, чтобы покататься. Если честно, какой уже, не знаю, год играю, а вот эту свалку я увидел первый раз. Это что за место такое вообще? Я здесь ни разу не был. Довольно-таки интересно. Возможно, скоро приедет работа, ребята, не знаю, развозчика мусора, либо что-то типа того. Слушай, выглядит довольно-таки неплохо. Действительно, раньше не видел, а мне даже нравится здесь. Неплохо прям. Можно какой-нибудь, не знаю, дерби устроить, либо перестрелку. Хорошее место для стрелок. Что ж, ребята, идем дальше. Идем дальше. По промокоду хэштег март и хэштег 8 марта можно получить VIP-голд аккаунт на целый день, а за два промокода аж на целых два дня. И, ребята, это довольно-таки щедрое предложение. Плюс вы получите 5 уникальных тачек и скины для того, чтобы, ну, в принципе, кайфануть. Почему бы и нет, обязательно забираем и катаемся на крутых тачках. Итак, ребята, идем дальше. Промокод BAG2BR дает, ребята, заряженную ламбу Урус и BMW M4 F84 плюс скидочку в донат-магазине. Хороший промокод, забираем, пользуемся и кайфуем. По промокоду, ребята, UPD1710 можно получить Урус, Мерс E63S, а также Tesla X и плюс, ребята, X2 купон на донат, который можно потратить в будни, допустим, если вы вдруг решили донатить. Напомню, что X2 у нас работает только на праздники, либо же на выходные. Ну и, да, пожалуй, наверное, последний промокод на сегодня, ребята, будет называться Black Russia Love Y, ребята. Хороший промокод, который дает прям большой карпак крутых машин, но единственное, ну, нужно отыграть 24 часа после его активации. Но, тем не менее, призы довольно-таки достойные, поэтому на это можно потратить свое время и, в принципе, кайфануть. Что ж, друзья, вот такой вот ролик. В общем-то, обязательно качайте игру, играйте вместе со мной, вводите мой промокод и участвуйте в конкурсе, возможно, именно вам повезет. Не забывайте, что на 4-м уровне вы можете вступить в мою семью Best Guys, дом на Рублевке 3105. Вход и ранги бесплатные, пакет из 50 крутых машин тоже совершенно бесплатный для тебя. Играй, кайфуй и, в общем-то, наслаждайся игрой. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.